На площадке бронзовый призер чемпионата мира в командном первенстве, абсолютная чемпионка России 93-го года Инесса Гизикова из Владикавказа, воспитанница мастера спорта международного класса Аллы Кошелевой. В предварительных соревнованиях из-за неудачи, постигшей Инессу в упражнении с лентой, она оторвалась от палочки. Гизикова заняла лишь 7-е место. Сейчас Инесса, конечно же, претендует на место повыше. Оценка забыла.